Мероприятие, посвященное Дню памяти сожженных деревень, прошло в кинотеатре «Победа». Сюда пригласили подрастающее поколение для того, чтобы на конкретных примерах рассказать об ужасах войны. 22 марта 1943 года в ходе карательной акции в деревне Хатынь нацистский батальон уничтожил 149 человек, в том числе 75 детей. А мы сегодня собрались, чтобы с вами еще раз вспомнить эту трагическую дату, для того, чтобы каждый из вас подумал, что мы должны с вами сделать для того, чтобы такая трагедия никогда больше не постигла ни вас, ни в будущем ваших детей, не только нашего народа, а всего народа на земном шаре. Хатынь стала символом величайшей национальной трагедии и вечной скорби. За годы войны сожжено более 9 тысяч белорусских деревень, из них более 5 тысяч вместе с жителями. В этой памяти много боли и страданий. В ней трагический исторический опыт. Вторая мировая была не просто войной, она стала планомерным истреблением наших славянских народов. 22 марта стал днем памяти всех сожженных деревень, повторивших судьбу Хатыни. Немало их и на территории Пинского района. Перед учащимися выступил заместитель Пинского межрайонного прокурора Алексей Барчук. Он рассказал о ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, которое Генеральная прокуратура Беларуси возбудила в 2021 году. На сегодняшний день, по официальным данным, свыше 60 населенных пунктов было полностью либо частично уничтожено на территории Пинщины. При этом в ходе работы с архивными документами в основном Брестского областного архива нами была получена информация о некоторых населенных пунктах, частично уничтоженных в годы Великой Отечественной войны, которые в ныне существующий вот этот список из 61 населенного пункта не включены. Эта информация у нас подана вышестоящей прокуратуре для внесения в дополнительные списки. На месте сожженной Хатыни в память о погибших был создан мемориальный комплекс. На территории комплекса находится единственное в мире кладбище деревень. 185 урн с землей из деревень, сожженных вместе с жителями, но так и не восстановленных. Трагедия Хатыни не случайный эпизод войны, а один из тысячи фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида гитлеровской Германии по отношению к населению Беларуси.